Это утро у главы Самары Елены Лапушкиной началось с запеканки в школьной столовой. Мэр проверила пищеблоки в учебных заведениях Кировского района и попробовала на вкус школьный завтрак. Результатом осталась довольна. Вкусно, кстати. Ревизию глава города провела в трех школах Кировского района. К качеству питания у Елены Лапушкиной вопросов не возникло. Блюда оказались горячими и вкусными. Но самым радостным событием оказалось открытие 162-й школы, в которой долгое время проводили капремонт. Пищеблок здесь, как, впрочем, и само образовательное учреждение, не узнать, признается директор Елена Качкурова. В этом заведении учатся почти 1000 ребят. В течение года, когда шли ремонтные работы, ученики были распределены по 6 ближайшим школам. Честно говоря, мы ожидали, что они будут очень шумными, но они были притихшие, потому что они рассматривали стены, рассматривали кабинеты, оглядывались. Некоторые пришли в первый раз, те, которые учатся в первом и втором классе. Для них это была вообще новая школа. У нас все новое, не только стены, но и мебель новая. Конечно же, радость от того, что такое огромное дело закончилось наконец, и закончилось успешно, и ощущение праздника. В 162-й школе укрепили фундамент, покрасили стены, обновили мебель и предметы интерьера. Изменилось все до мелочей, даже посуда в школьной столовой новая. Открыли образовательное учреждение 14 сентября, как и обещали. Когда ремонтируешь школу, всегда видны результаты. С вчерашнего дня мы возобновили учебный процесс в этой школе. Я хотела посмотреть, как вернулись дети в эту свою родную школу. И как распределяются потоки. Рада, что наконец-то мы закончили ремонт. Рада, наконец-то, что все вернулись в родные пенаты. И что, в общем, достаточно грамотно детки здесь распределены. В нескольких школах Кировского района ремонт на кухнях и в столовых еще только предстоит. Кроме того, в планах заменить оборудование и мебель. Преображение образовательных учреждений намечено на 2021 год. Мария Левина, Николай Епифанов, Василий Колдашов. События.